Ну що, Тетяна Гриненко, адвокат, завітала до нас, до ранкової студії. Я вітаю вас, доброго ранку. І от закон України говорить, що кожна повнолітня особа може вільно перетинати кордони України за її межами, а от щодо дітей є свої певні нюанси. От давайте в них розбиратися, все ж таки, який порядок вивезення дитини за кордон. Тому що батьки дуже хвилюються, переживають, їх лякає те, що 1 квітня вийшов новий закон перетину, не знають ще багатьох нюансів, тож сподіваюся, що ви нам допоможете сьогодні. В цьому розібратися. Да, действительно, очень часто люди сталкиваются с такой проблемой, когда особенно один родитель хочет вывести ребенка, для этого требуется согласие другого родителя. Угу. Если мама собирается куда-то выехать, то папа дает согласие на вывоз, выезд ребенка за границу в сопровождении матери, либо опекуна законного, ну, так. Может быть, это тренер, тогда родители обои дают разрешение, но больше всего с проблемой сталкиваются женщины, которые разведены в разводе. Так, это окрема такая, да, категория. Потому что когда в браке, то есть это муж с женой понимают, что либо жена едет на отдых с ребенком, либо на лечение с ребенком, они идут к нотариусу, пишут заявление, ну, как согласие, что он дает добро, это нотариально заверяется, и тут проблем как бы нет. А вот когда женщина в разводе, сталкивается с проблемой такой, что надо, во-первых, не всегда знают, где муж живет, если длительное время уже в разводе. Надо его найти, надо его уговорить. Это чаще всего такое получается. Складное питание. А потом еще, если она не может найти его, или он не дает согласия, не согласен идти к нотариусу, написать добровольное согласие, обратиться в суд. Для того, чтобы получить решение, что нету согласия отца, суд выносит решение такое, но для того, чтобы это решение было принято, для подачи иска, надо собрать подтверждающие документы. Что это за документы? А документы такие, если женщина, ну, мы возьмем проблему самую, которая... Так, давайте смоделируем проблему и ее разбираем. Когда женщина в разводе, и ей необходимо выехать с ребенком либо на отдых, либо... по занятию спортом, часто дети выезжают там за границу, ну, либо просто посмотреть мир, как бы, или на лечение, да, ну, бывает так, что надо выехать и на лечение за границу. Вот, ей надо собрать. Понятно, что у нас загранпаспорт мамин должен быть. Раньше можно было маленьких, ну, малолетних детей вклеивать фотографии в паспорт, вписывать. Но на сегодняшний день у нас хоть с рождения можно делать загранпаспорт ребенку. Он там на 4 года, потом продлевается до 10 и может дальше. Вот, проездные документы раньше были. Ну, сейчас можно это проще всего сделать. Если маленький ребенок, то сразу загранпаспорт ему делается. В этом проблемы нету на сегодняшний день. С 16 лет, дети с 16 лет, они получают с 14 лет паспорт, потом загранпаспорт, и с 16 лет они могут выезжать без разрешения вообще. Ага, какого 16 лет, а не 18, как багато кто думает, то есть это ваша его правда. 16 лет, потому что вот я сама выезжала недавно, вот и у меня дочке 16 лет, поэтому как бы ситуацию это мы знаем, да. Вот, мы также, я тоже в разводе, я также получала согласие, но у нас проблем с мужем нет, он давал согласие на выезд за границу, вот, в любое время. Единственное, что вот у нас сейчас хотят опять улучшить положение, выдавать не на определенный период, месяц-два, указывая, да, куда я еду, месяц-два и все, а хотят принять, потому что уже в первом слушании депутаты подписали такой законопроект. Вот, а давать на долгосрочное, до 3 лет, допустим, разрешение, либо на неоднократные поездки. Потому что у меня в практике судебной был случай, когда ребенка необходимо было лечить за границей, и были периоды, которые прописаны были врачом, что они должны быть с перерывами, потому что курс лечения, допустим, 2-3 недели первый, потом перерыв, потом опять курс лечения, а папа не давал разрешения. То есть, представляете, если прописан график, ребенок отличился, вернулись потом опять, да, то есть вот с этим как бы и сталкивались. Тобто, дивіться, якщо дитина виїжджає на лікування, не потрібна згода батька? От я читала в інтернеті, багато це хотят сделать, хочуть, але хотят, цього поки що немає. Ще нет. Смотрите, вот сейчас опять эти изменения произошли, если есть задолженность по алиментам, полгода, да, не платят алименты. Так, це новинка. Да.
Вот, то тоже в исполнительной службе женщина может взять справку, что он не оплачивает, но в закон о как раз вот пересечении границ эти изменения еще не внесены. А, вот в чем. То есть, да, вот когда приведут в соответствие нормативные акты, когда будет этот пункт внесен, что не нужно разрешение, да, если есть справка о том, что он не платит алименты полгода, тогда будет все нормально. Вот, ну, да, она поможет в таком случае для суда. Угу. Вот, ну, поэтому вот мы начали говорить о том, что если мужчина не дает разрешение согласия, либо женщина не знает, где он проживает, ей неизвестно местонахождение, она обращается в суд. Но для суда она должна собрать все необходимые документы, что она пыталась его найти. Так. Если был ей известен ее, ну, его бывший адрес, она должна была отправить письмо, что она просит его явиться к нотариусу такого-то числа, во столько-то времени, где необходимо будет его согласие дать, ну, либо просьбу сначала изложить, а потом сообщить дату, когда будет, потому что у нотариуса записываются на определенное время, и это подтверждает о том, что если он не пришел в этот день к нотариусу, нотариус тоже может дать подтверждение, что было согласовано дата, время, да, иногда нотариусы сами отправляют, чтобы приглашаем. Вот, и доказывает в суд, что она принимала все меры, чтобы его найти, приглашала, но он не явился. Вот, если она не знает, где он живет, могут вернуться назад конверт, это все надо сохранять и предоставлять в суд. Ну, це ж багато часу займає таке, дивіться, нотаріус, потім суд, за який термін треба раніше звертатися? Ну, тим більше з останніми зміненнями, да, в Гражданско-процесуальному кодексі, там теж треба предоставити практично, ну, от весь собраний пакет документів, уже всі доказательства, то, що обращались, не отримали відповіді, щось запросити, если не получилось, но надо доказать, что ты пыталась. То есть проблем действительно много. Процедура довольно тривала, я так думаю. Да, ну, конечно, хотелось бы, чтобы больше с пониманием относились бывшие супруги к тому, что ребенок-то не виноват. Ну и также в суде не так четко прописана эта позиция, если папа не дал согласия. Ну вот подтвердить, вот он его не дал, его нету. Ну не пришел к нотариусу, да, пригласили, послали. Суду достаточно только должно быть того, что он не дал это согласие. Отправили, пригласили, не пришел и все. Бывает так, что суды начинают сами затягивать этот процесс. Вот у меня опять-таки в практике было дело, мы его слушали 8 месяцев. Майже рік. И передвигались у нас графики лечения, постоянно мы затребовали документы с медицинского учреждения, что мы не можем в данный момент приехать, приедем позже, потому что идут судебные разбирательства. Вот. Потому что суды, видя пакет документов, что ребенок болен, все ответы врачей, иммунологов, что у нас в нашей стране, так, в Украине нету такого учреждения, которое может дать это лечение, что необходимо туда. Папа ставит вопрос, а почему именно туда? А не в какие другие. Ну вот направили в ближайшую, скажем, страну, где есть. Потому что раньше у нас был филиал, но так как этот филиал находится сейчас на оккупированной территории, женщина тоже не могла туда с ребенком поехать. И вот этот вот процесс тянулся, 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 но страдал-то от этого ребенок. Ты, думаешь, рик, 8 месяцев. У нас просто же написано, если нет согласия, папа возражает, как бы не дает. Объективная причина, да, почему? Нужно, не дает согласия, значит, суд быстро рассмотрел, как можно быстрее, особенно если ребенок требует лечения. І дав розрішення. Ну, бувають такі от проблеми. Да. Тобто, теоретично немає ніяких випадків, коли дозвіл не потрібен одного з батьків. Так? От, теоретично такого немає. У нас, у нас же ж є мами-одиночки. Поэтому тут, коли регіструють ребенка, то мама, там різні статті, коли є папа, но мама живе одна, но отец віддає отцовство. И там прописывают статьи разные, кто отец. А есть статья, которая говорит, что мама-одиночка, отец, ну, она не желает либо его называть, ну, то есть не признает ребенка, она мама-одиночка. В данном случае разрешение не нужно. Но нужно с собой брать именно вытек с реестра о регистрации, как раз когда регистрировали ребенка, и там видно, потому что по свидетельству о рождении не будет понятно. Там статью не ставят. Не ставят, а в вытяге, да, вот когда дают при рождении для регистрации, там видно как раз. А у меня был случай такой, когда ехала в поезде со мной женщина с ребенком, с грудным, ему месяца 3 было,
Вот, но ее высадили с поезда. Как бы я даже не пыталась объяснить, что вы смотрите, вот у нее написано, она мама, одиночка, разрешение ей не нужно. Но они не могли разобраться и попросили, мы, говорит, до разбирательства, если что, мы купим билет, и она поедет дальше. Вот такой вот случай был. Інколи навіть немає слів. Дивіться, а якщо чужа особа буде перевозити, це має бути довіреність і знов таки ж від двох батьків, правильно? Ну, конечно, довіреність. Да, 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 які тут складнощі можуть бути? Давайте коротко. Ну, я вважаю, що ніяких. Ніяких потому, немає, так? Да, тому що це треба прийти к нотаріусу, дати довіреність. Буває дуже часто от, спортсмени. Либо, ну, дети, которые танцами занимаются, да, ну, так, либо кружки, которые выезжают на соревнования, во-первых, дается доверенность тренеру от всех родителей, да, что в сопровождении тренера они едут, и они разрешают выезд. Оформляется это просто, к нотариусу пришли, оформили, как бы, период указали, в какую страну указали, едут, и все. Ну, тобто, в основному складнощі між батьками, да? От давайте підрозумуємо. Я так зрозуміла, що раніше треба звертатися, збирати інформацію, тому да, що конечно. Если вы планируете поехать в отпуск, так. Вы уже знаете, когда вы планируете да. этот Может, отпуск, хтось заранее. Может, хтось придбав вже, да. Ну, у нас, конечно, на сегодняшний день положение тяжелое в судах, потому что слишком мало судей, а дел очень много, и они растягиваются, потому что очень большой объем судей не справляется. Поэтому, конечно, рекомендую заранее обращаться. Это не за месяц, не за неделю, а желательно так хотя бы за 3 месяца, чтобы получить это решение. Дякую вам, Тетяна Гриненко, адвокат була, розказала про правила перетину за кордон дітей, їх вивозу разом з батьками. Нюансів дійсно дуже багато. Сподіваємося, що приймуть закони, які дійсно будуть на стороні батьків, але в першу чергу на стороні дітей.